Сейчас о спорте. В Тверь прилетели крылья Советов из Москвы на льду СК «Юбилейный». В четверг состоялась игра между двумя молодежными хоккейными командами «Динамо» и «Крылья Советов». Кто одержал победу, узнаете из нашего сюжета. Перед домашней игрой пари матч чемпионата молодежной хоккейной лиги с крыльями Советов Тверь вернулись динамовские сборники. Именно игроки второй тройки нападающих Тринев, Злодеев, Дитковский стали главными действующими лицами первого периода. Счет мощным броском из круга вбрасывания открыл Богдан Тринев. В ответ крылышки реализовали свое численное преимущество. Концовка периода осталась за бело-голубыми. За секунду до сирены сольный проход через всю площадку результативно завершил Иван Дитковский. Счет 3-1. Основная цель, конечно же, выиграть матч, а так будем играть строго, не ошибаться и все. В целом стартовый отрезок прошел в равной борьбе. Даже в створ ворот соперники попали одинаковое количество раз по 10. После перерыва очередное большинство тройка динамовских сборников превратила в гол. Через минуту точный бросок под перекладину. Счет 5-1. Потеряли сейчас уверенность в игре, потому что индивидуальные ошибки пошли. Из-за этого боишься потерять какие-то ответственности на себя взять, потому что не дай бог что. И вот сейчас из-за этого такая вот игра непонятная. Не случилось голов в заключительный третий матч. В середине игрового отрезка гости получили возможность изменить счет, играя в формате 5-3. Однако Иван Куликов вместе с партнерами сдержали натиск. Оставшееся время превратилось в формальность, несмотря на все усилия крылышек. Красивая победа «Динамо» со счетом 5-1.